До нас сьогодні завітала до студії «Нового дня» психолог, психотерапевт Світлана Іваненко. Вітаємо вас. Доброе утро. Ось всі ми знаємо залежність від нікотину, від алкоголю, від шоколаду. А ось яка ще буває залежність і взагалі як вона впливає на наше життя? Видів залежності достатньо багато. И то, что вы назвали, да, никотиновая зависимость, алкогольная зависимость, зависимость от еды, вот, есть еще зависимость от покупок, вот, есть еще зависимость эмоциональная. Вот о ней мы сегодня и поговорим. Эмоційна залежність. Що ж це таке? І взагалі, чи можна якось емоційно залежати? Від емоцій залежимо? На самом-то деле эмоциональная зависимость рождается в отношениях, которые кажутся очень такими важными, очень сильными, очень насыщенными чувствами. И вот существуют такие слова: «я без тебя не могу жить». И если это фигура речи, то это хорошо и красиво. А если это буквально, что человек не может жить без другого, то это уже вариант любовной или эмоциональной зависимости. И проявляется это в том, что фактически один человек растворяется в другом. Он теряет свой смысл жизни, он теряет свои интересы, свои «хочу». Ну вот в сильной форме, в достаточно ну, развитой. Вот, это внутреннее такое, внутренняя потеря себя. Хто може впасти ось таку емоційну залежність і втратити себе? Ну, емоціональна залежність проявляється в різній мірі. Вот. І можна сказати, що склонність к емоціональній залежності формується в дуже раннім дитинстві, до полутора років, в довербальний період, до того, ще, як дитина починає говорити. Вот. То есть это зависимость в каких-то теплых чувствах, это зависимость в получении признания, это зависимость в том, чтобы кто-то постоянно поощрял, кто-то давал это тепло, признание, уверение в том, что человек любим. Вот фактически это проявляется в этом. И это потребности ребенка, которые когда-то не были удовлетворены. Якщо вже людина схильна до емоційної залежності і вона піддалася такому, чи можна вийти з цього, можна сказати, з цієї ситуації, з цього стану? Звісно. Да, на самом-то деле емоціональна залежність, коли два чоловіка починають відносини, вона дуже даже хороша. І любовна залежність, влюбленість, вот, похожа, да, на емоціональну залежність, але вона такою не є. Вот. Ну, а если говорить о том, как выйти, то достаточно хорошо нужно понимать, чего я хочу, достаточно хорошо нужно понимать свои мечты и цели, вот, и понимать, как это может быть согласовано с мечтами и целями партнера в паре. Ми з вами розібралися про те, як людина може стати емоційно залежною, про те, як вийти з емоційної залежності, а взагалі, від чого вона виникає? І чи погано це, чи, можливо, є все-таки якісь позитивні моменти в цій емоційній залежності? Діло в тому, що ні один чоловік не може бути свободним від залежності. Вот. И в той или иной мере мы зависимы друг от друга, особенно в близких отношениях. Но в здоровом варианте это взаимозависимость, это здоровая зависимость. Да? Это тогда, когда в здоровых отношениях возможно выражение любых эмоций, просто выбирается форма для проявления этих эмоций. Тогда, когда обсуждаются любые вопросы, да? И опять-таки выбирается форма. Когда есть согласование по разным вопросам, есть разница в взглядах и в каких-то предпочтениях. Но они обсуждаются, они допускаются, эти вот разночтения во взглядах. Вот. А если говорить о зависимости, да, то там как раз-таки табуировано выражение чувств, табуировано некоторые темы. Вот. И возникает это из страха потерять. Из страха потерять вот тот того человека, который находится рядом. И этот страх блокирует, делает человека несвободным. Вообще на залежності у стосунках. Чи дійсно ця емоційна залежність від іншої людини – це прояв тільки кохання, чи, можливо, якихось інших емоцій та відчуттів? Ну, дело в том, что как раз-таки в зависимости любви не так много. Скорее всего, что это подмена, потому что, ну, зависимость основана на страхе. На страхе потерять, на страхе остаться одному. Вот. И если говорить о чувствах, да, на которых основана зависимость, то вот кроме страха там есть еще, ну, возможно, какая-то злость, да, потому что я завишу от этого человека и одновременно внутренне могу на него злиться из-за того, что чувствую себя несвободным.
А щодо того, як коли ми виходимо з емоційної залежності, так само може виникати злість, тому що я не можу від цього позбавитись, може виникати роздратування. Як себе перемкнути на іншу хвилю, можливо, інші якісь заняття, хобі? Як відволіктись від цього? Выход из зависимости – это большой процесс по обнаружению себя. Потому что когда человек начинает обнаруживать себя в отношениях, да, тогда он начинает ну, фактически, ну, если с таким сказать термином, то дифференцироваться, отделяться. Да? Дело в том, что в зависимости отношения похожи вот на вот такое слияние. То есть нет моего, нет твоего, нет границ между тобой и мной. А когда человек выходит из зависимости, то тогда возможны здоровые отношения. Тогда уже пространство в паре становится больше. А чи не буде це вважатися за крах стосунків, тому що я від тебе незалежна, ти мені вже так не потрібен, як був раніше. Чи не може це вважати, що це кінець кохання і кінець стосунків? А помните, ми говорили только що, що на самом-то деле ми зависимі друг от друга, но є варіант здорової зависимості. Это тогда, когда да, я завишу, да, когда я нуждаюсь в другом человеке, но при этом я сохраняю себя, свои интересы, при этом есть свобода в выражении чувств, при этом есть обсуждение разницы во взглядах. Понимаете? То есть вопрос в пространстве, вопрос в том, что сохраняется вот эта зависимость, да, вот в, и желание получать друг от друга тепло, да, теплое чувство, но есть пространство для того, чтобы размещать свои какие-то интересы, свои взгляды, свои предпочтения, ну, фактически вот свой смысл жизни. Дякую вам, Світлана. І наостанок хотілося б від вас останню пораду до наших телеглядачів для тих, хто тільки будує стосунки, як не перетнути цю межу і залишитися у здоровій залежності і будувати гарні здорові стосунки. Ну, во-первых, важно понимать, чего я хочу для себя в своей жизни, то есть отдельно от другого человека. Как бы я хотела ее строить, видеть, к чему бы хотела стремиться. Очень хорошо для сохранения и для построения, для сохранения длительных отношений понимание всех особенностей себя. Ну, как в плюсе, так и в минусе, в условном. Да? Когда человек очень хорошо знает себя, то тогда он может замечать, что с ним происходит. Он может быть осознанным. Да? Вот, это первое. То есть то, в каком состоянии мы идем в эти отношения. Второе – это то, как мы их строим. Очень важно обсуждать, очень важно проговаривать какие-то разногласия, очень важно проговаривать то, что возникает между. Да? На самом деле отношения – это то, что возникает между. И вот если помните рисунок двух колец, да? Вот они нарисованы таким образом, что наложение друг на друга вот такое, минимальное. Вот фактически и в паре. Здоровый рисунок взаимоотношений, он именно таков. То есть в зависимости это полное наложение, когда один человек теряется в другом или за другим человеком. А в здоровых отношениях это когда у нас есть много общего, много совместного, но сохраняется вот еще кусочек своего пространства. Дивлячись на те, що знаходимо другу половинку, не забуваємо, що ми, власне, цільні. Да. Можемо самі думати про власне «я». Да. Да, на самом деле вот эта история про две половинки, да, она с одной стороны красивая, а с другой стороны психотерапевты шутят, что на самом деле если бы люди были целыми, чувствовали себя целыми, да, то было бы гораздо больше здоровых отношений, здоровых пар. Що ж, дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Я думаю, що тепер наші любі миколаївці точно знають, як будувати здорові стосунки, що необхідно пам'ятати про власне «я».